прическа, как у меня!» Иосиф Пригожин показал своего маленького внука. Малышу Даниэлю, сыну дочки продюсера, Данае скоро исполнится 5 месяцев. Известный российский продюсер Иосиф Пригожин и его супруга-певица Валерия принимают весьма активное участие в воспитании внучки Селин, дочки Арсения Шульгина. Малышке уже 2 года, а потому она без проблем прощается с родителями и проводит время с бабушкой и дедушкой. Тем временем еще один маленький и любимый внучок звездной пары, сын Данае Пригожиной по имени Даниэль, еще даже не научился самостоятельно сидеть, но уже умиляет дедушкиных подписчиков забавной мимикой и красивыми большими глазами. Иосиф Пригожин все чаще начинает хвастаться видео и фото малыша. Даже в первый день 2023 года он опубликовал один из снимков внука. 4,5 месяца, кажется, как будто уже все понимает. И прическа тоже, как у меня, написал под фото Пригожин.